Ребят, кто любит томатный сок, подойдите к листинке. А, поднимите руку. Ну я подойду. Да не, мы что-то разговариваем. Кстати, не нравится. Я не могу руки поднять. Давай. Не-не-не, я ненавижу томатный сок, я не буду на том начальству. Больно. Блин, Харлан, дай мне футболку. Футболку? Протри футболочки. А, нет, это у меня есть, наверное... И вот любители, не любители томатного сока. Как мы видим, их 4 человека. А вот это Данил. Он лузер. А вот эта девушка, которая будет жертвой. Она пришла, сама не зная, что будет покусана. Привет. Меня не надо. Вот она. А я тебе звоню. На. Итак, наши участники открывают свои бутылки. Соревнование заключается в том, чтобы выпить максимум за одну минуту. Они пробуют. Скоро они будут говорить. Вот перед вами чемпионка по литроболу, которая обещает, что выпьет больше всех. И так понеслась. Кто не пьет, тот Киркоров. Они пьют. Они пьют кровь. Вы видите, они пьют кровь. Смотрим, смотрим, смотрим. Очень интересно. Кровище, кровище, кровище. Томатный сок. Ну так сказали. На самом деле это кровь. Ну что, раз, два, три, четыре. Есть человек, который выпил всю баклажку. За 31 секунду он выпил полторашку. А у него двушка. Орги попутали. А вот этому человеку плохо. А что такое? Он выпил 2 литра. И сейчас он будет блевать. Блевь, блевь, блевь. Что, полторашку? Давай газ, мам. А еще есть. Не, наверное, больше нет. Блин, пакеты пустые. Тарарарарам. Это девушка из подводных глубин, да? Из подводных глубин. Ага, я заплесневела, я тут самая старая. Ты снимаешь, Харланчик, дай мне камеру. Ты лузерок, свой канал на ютубе, 0 просмотров, Харлан. А мне что, на ютубе есть что-то выложенное? У тебя нет даже канала, я говорю, 0 просмотров. Да! Да, он сделал это, он блеванул. Он блеванул. Даже ему нахер, блядь. Красавчик, давай еще, еще. После заблеванного пола мы решили перейти на ту сторону. Там пока еще не заблевали. А вот это мирные жители. Дорогие друзья, скажите, как вы можете прокомментировать то, что парнишка проблевался? Мирный парнишка. Может быть, кто-то что-то хочет сказать для контакта. Бедняжка. Бедняжка. То есть ты его пожалела? Да, я его пожалела. И ты его? А кто не пожалел его? Кто сказал, молодец, пацан? Кто-то на халяву. Да, на халяву попил сока, пусть проблевался, да? А вы говорите, жаль. Да. Город жил своей обычной жизнью. Люди ходили и никого не трогали. Вот это соседка моя, кстати. Тро-ло-ло-ло. Ло-ло-ло-ло-ло-ло. А теперь мы хотим задать вопрос Данилу Акинину. Данил, как ты прокомментируешь то, что парнишка проблевался? Отстой! Да.